1 сентября открылся фирменный магазин Казанского федерального университета КФУ Стор. Наверное, каждому студенту было бы круто приобрести хорошую пишущую ручку или крутой значок. И это уникальная возможность. Праздник 1 сентября не зря именуется Днем знаний. Студенты знакомятся с вузом. Их ждет традиционная встреча с руководством институтов, церемония вручения студенческих билетов и общение с преподавателями кафедры. Однако ввести в курс учебного процесса мало. Важно познакомить студентов с культурой университета, с тем, что отражает его идеологию, ценности и общее настроение в целом. КФУ Стор – место, где любой желающий найдет мерч по душе. На самом деле, я думаю, когда у университета есть свой магазин, где есть действительно хорошая брендовая продукция университета, это довольно неплохой такой шаг для того, чтобы приобрести какую-то вещь и, так скажем, оставить на память о своем любимом университете и пользоваться, в принципе, в обычной жизни. Обязательно приходите в наш магазин, приобретайте эксклюзивную коллекцию универа. Необыкновенную атмосферу уюта отмечает каждый покупатель. По словам студентов и преподавателей КФУ, это место идеально для покупки аксессуаров, сувениров и канцелярских принадлежностей. Не пишет ручка или кончилась тетрадь? КФУ Стор всегда выручит. Официальная продукция с символикой одного из лучших вузов России представлена в широком ассортименте. Отметим, что магазин представляет собой не только точку продаж фирменной продукции вуза, но и так называемую зону приветствия, в которой любой может узнать подробности о структуре КФУ и текущих проектах вуза. Ну, на самом деле, очень приятное место. Это моя не первая покупка здесь. Несколько год назад я здесь покупала ежедневник. Я им пользуюсь, очень люблю. На самом деле, очень много всяких прикольных вот таких вот безделушек, всяких обложечек. И для сотрудника, и для студента, мне кажется, это очень классное приобретение. Магазин, впечатление приятное. Я думаю, не в каждом вузе вообще есть такое помещение, где сразу можно после выхода купить как минимум обложку, ну и вообще с эмблемами, с символикой университета. Большой, есть на что посмотреть, есть что выбрать. Магазин находится в главном здании Казанского федерального университета по адресу улица Кремлевская, 18. Ручки, блокноты, наклейки, значки, флешки, игрушки, бомбер и даже термокружки можно приобрести по будням с 9 до 17.00. Суббота и воскресенье – выходной. Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.